Ну, конечно, положительно. Конечно, это нужно делать. А как без этого-то? Без этого, мне кажется, нельзя. Везде кругом нужно помогать всем. Не знаю даже, как реагировать. Хорошо, что кто-то кому-то помогает. Это, конечно, хорошо. Но когда пользуются этой благотворительностью свой личный карман, так это очень, по-моему, стыдно и плохо. Знаете, вот есть, которые нуждаются действительно, а некоторые просто лентяи, которые не хотят работать. То есть я, допустим, хожу в один магазин и вижу постоянно женщину. Женщина, которая постоянно пьяная. То есть ей просто неохота работать. Естественно, ей я помогать не буду. Ну, я иногда помогаю. Может быть, в надежде, что когда-то мне помогут, если будет трудная ситуация. Обязательно помогаем. Всегда находим. Хотя мы и на пенсии, но такое дело всегда нужное.